Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня предлагаю приготовить классический испанский десерт – миндальный кекс. Итак, для приготовления понадобится 200 грамм перемолотого миндаля, 3 яйца, 150 грамм натурального йогурта, 180 грамм сахара, 130 миллилитров подсолнечного масла, 100 грамм муки, 50 грамм крахмала, цедра одного лимона, 1 пакетик разрыхлителя и 1 пакетик ванильного сахара. Яйца соединить с сахаром и щепоткой соли. Взбить пышную белую массу. Добавить цедру лимона, ванильный сахар и разрыхлитель. Затем крахмал, йогурт, муку, миндаль и растительное масло. Тщательно перемешать. Подготовленное тесто перелить в форму диаметром 20 см. Выпекать в предварительно разогретой духовке до 185 градусов, около 40-50 минут, в режиме верхний-нижний жар. Готовность проверять зубочисткой. Готовый кекс остудить в форме. Вынуть из формы, переложить на блюдо и обильно посыпать сахарной пудрой. В качестве украшения я использовала трафареты сердечки, вырезанные из бумаги. Кекс получается очень вкусный, ароматный, со вкусом миндаля и лимона. Обязательно попробуйте. Ну а я прощаюсь с вами. Всем пока. До новых встреч.